Добрый вечер. Как это ни странно, всем здесь присутствующим, и нам в том числе, мы все-таки с общего позволения сыграем рок-концерт. Поэтому у кого чай, меняйте срочно на что-нибудь другое. Вот. А вам на самом деле здесь, ну я не знаю. Хотя вас видеть здесь очень приятно. Всех поздравляем всех тех, у кого сегодня праздник. Я вижу, там особенный какой-то стол. Я даже знаю, по какому поводу. Ну и спасибо за то, что пришли, а мы постараемся в свою очередь вас порадовать как-то в этот почти уже зимний день. To have a good time, it will be a lucky trip, let's hit the big time. This is a story of honor and glory, pride and emotion, of rage and expulsion. We got everything we need to hit the big time. Yeah.
I am a hand. Heaven used to be simple and complicated, it is so sad. Lonely winds so long. Фольклорной музыки, но я говорю для тех, кто первый раз на нашем концерте. Вот, и все это фольклор британских островов. Шотландия, Ирландия, Гибридские острова, Уэльс. Следующая композиция посвящена всем работникам портов. И известна хорошо тем, кто знает и любит ирландское кино. Thank you.
Песня, которая была написана в середине прошлого века одной бродячей, так сказать, цыганкой ирландской. У них цыгане немножко другие, не такие, как у нас, да. Выглядят они так, как Брэд Питт в фильме «Большой куш». Приблизительно так. «Легенды осени», да. Вот. И песня очень простая, написала ее, потому что простая женщина такая. Она ездила на велике с банджо за спиной. Вместо ремня была одна из струн. Вот. И она ездила по всяким праздникам, там футбольные матчи, какие-то фестивали, городские праздники. Вот. И пела вот такие вот песенки. Да, вот это именно песня, ее услышали в таком исполнении, совсем очень фольклорном, именно в исполнении Маргарет Берри. Она посвящена двум молодым людям, которые двинулись с разных концов Ирландии к волшебному камню, который, ну, когда к нему подходишь, по легендам, человек, его достигший, обретает дар красноречия. Ну, как я сейчас. После тупой. Вот. И как бы красноречие для чего нужно? Для того, чтобы уметь разговаривать и общаться с противоположным полом. Вот. У обоих были проблемы с этим. И когда они подошли к этому камню, увидели друг друга, поняли, что камень не нужен. Was on the road to Bentley one morning in July. She met a lovely colleen and she smiled as she passed by. She said, I am a stranger and I'm lonely all alone. Would you kindly tell me where I find that little blarney stone? There's a blarney stone in Kerry, there's a blarney stone in Clare, there's a blarney stone in Wicklow and there's plenty in Kildare. There's a blarney stone in Sligo and another in Leon. Shoot the devil at town in Ireland, but you'll find a blarney stone. Sure, I know he comes from Galway, I can tell you by his brow. Sure, there never was a Galway man that wasn't a hero. And since you are a stranger, where the river Shannon flows, the only blarney stone I know is underneath me nose. There's a blarney stone in Kerry, there's a blarney stone in Clare, there's a blarney stone in Wicklow, and there's plenty in Kildare. There's a blarney stone in Sligo, and another in Rio. Shoot the devil at town in Ireland, but you'll find a blarney stone in Cumbria. I'm not afraid to die. So you love me in the dark.
Спасибо большое. Следующая песня, в общем, тоже известна, но уже с 19 века. Вадим фотосессия. Класс. В общем, известна она как песня морская. То есть эти вот морские песни, они во всем мире называются как шанти, почему-то французский такое, французское у них название. Это такие специальные песни, морские или командные песни, с помощью которых регулировали движение команд, вот, допустим, на кораблях, чтобы матросы работали одновременно, поднимая там паруса или там выпивая ром. Работали одновременно. Вот. Подобные песни вот у нас, например, в нашей традиции, в нашей российской, это вот всем известная «Дубинушка», например. Но это скорее бурлацкая песня, но бурлаки тоже для того, чтобы синхронизировать движения свои, они тоже пели специальные песни. Вот одна из таких песен, которую мы сделали по-своему. Вот, звучит у нас так в оригинале совсем иначе, но себе позволили вольность такую. И расскажу вкратце расскажу, про что. Моряк сходит на берег, его встречает девушка, незнакомая какая-то, но очень милая, и ведет его в какое-то место, как он понимает, ей достаточно хорошо известное. Там она всех зовет, чтобы собрали стол, заказывает номер, вино, еду. И в какой-то момент он понимает, что платить, естественно, ему придется за это, за все. Ну вот. И оказавшись уже потом в номере, спустя минут 40 после того, как она заснула, он просто проверил, что у нее было с собой, и нашел бриллиантовое кольцо, серебряную табакерку, 50 фунтов. Забрал это с собой, закрыл ее в номере и вернулся на корабль. Some house of fame and
free, but don't get spied. But remember me when I was up cheap, such a rebel to the reed, to the G, up to the rips of London Tower, up to the ring, down to the G. Всем известно, что у моряка жена в каждом порту, но дома в деревне самое основное и любимое. Вот. Сельский танец такой очень добрый и совсем не такой страшный, как предыдущий. Thank you.
большое. Следующая пьеса такая для нас даже особенная по настроению. Называется она «Все кувырком». Но это прям такой современный, наверное, фольклор в нашем представлении. Таким, каким он должен быть по всему миру. Hills of light to the raining sky. Mothers cooing, children crying, blood of mine. I see grumbling father's voice, shouting guns and cheeky boys. Couples yelling on the противоположное этой
городская и соответствующее настроение любого кабака, кагоря и соответствующее утро. Называется «Возвращайся в сентябре» и посвящается замечательному клубу Алексея Козлова, который работает, на самом деле, вот еще несколько дней. В воскресенье, по-моему, здесь последний концерт, и потом в сентябре, наверное. Вот. Но нам, на самом деле, всегда было здесь приятно, и особенно здесь место. Место, где я умею слушать музыку, и где, ну, как-то, где возможно ее как-то играть. Просто в каком-то безумии в угаре, а все-таки, вот видите, чай, вот видите, все-таки интеллигентная публика. Песня, которая была написана не так давно,
написан нашим английским другом Нилом Хаммондом, с которым мы играли еще в 90-х годах, когда мы все еще относились к кельтской музыке не так, как к ней относятся, а просто это же кельтская музыка. После этого мы поняли, что надо просто играть панк и желательно петь про лабутены и все остальное. Но, тем не менее, эта песня написана нашим другом, который в ту пору играл с нами, потом, естественно, как всех шпионов, их же перекидывают с места на место, и, в общем, из Москвы он приехал в Польшу, потом он переехал в Канаду, но вот эти самые свои шпионские московские дни он вспоминает как-то особенно тепло, вот, и прислал тут как-то прям очень такое теплое, слезное письмо. Песня, в общем, посвящена той паре, той музыке 90-х годов, особенной. Называется «Ливень туман». Next from deep in the past, from the bone. Lebanese rolling on the back of revolver. Apple cakes cool while the rock children wait. Their mother is out in the store. Sweet church and wine takes its turn round the room. Drunken monks singing and trying to tune. A plywood guitar from buried beneath a pile of shoes at the door. You're healing tomorrow, but you don't know what for. Singing the last song on the last encore. Always be blessed with enough we as great. On the icons of faith, the dreams in the smoke, in the alcohol trance, till another singing its play. Shake your head slow, turning back to the room. Drunken monks singing your red army tune, changing each word. While the grandmother soon dance, the old song sings without trace. You're healing tomorrow, but you don't know what for. Singing the last song, all our lives time for. Thank you.
Спасибо. Пьеса тоже танцевальная, называется «Собственный пленник». Посвящается всем тем, кто сегодня пьет что-то крепче чая. Кто-то всякие специальные настройка, специальный строй имеет эта музыка даже. Thank you.
самом деле не такие скромные ребята, как кажется. Французская песня про любовь. Но попоем вместе на греческом языке. На самом деле, в последнее время принято этот язык называть языком страны, отделившейся от Евросоюза. Песня такой антипод. Что, давай? Я смотрю, ты жжешь уже вовсю. Сейчас петь будем, петь. Вместе.
общем, песня написана как антипод известной песни шотландской «My Bonnie Lies Over the Ocean». Все знают, что это обращение моряка, который ушел в дальнее плавание, обращение к своей любимой, которая далеко за океаном. Вот. А у нас слова немножко другие. Тоже обращение к «My Bonnie», но только заберите ее, ради бога, кто-нибудь. Это на самом деле касается, это может петься от лица моряка, а может петься наоборот, от лица той, кому посвятили песню «My Bonnie Lies Over the Ocean». В общем. Слова на греческом такие, слушайте. Oh, set me free. На греческом это значит «Отпустите меня». Set me free. Take my body from me. Oh, set me free. Дальше корсиканская фраза. Нам запомнить. Won't you please take my body from me? Давайте попробуем. Oh, set me free. Take my body from me, oh, set me free. Won't you please take my body from me? Oh, set me free. Take my body from me. Me free. Won't you please take my body? Come on, you good wives and true husbands. May God bless your nights and your days. Listen to my lamentation and pray for me if you can pray. The very first time that I saw her, I hardly could keep on my feet. Yes, she was as fair as an angel. By chance of the sea, oh, set me free. Take my body from me, oh, set me free. Won't you please take my body from me? We were happy together. I please her and she did the same. At night she did overdo me heaven. I only knew to whisper her name. How many of us in a moment, as soon call her my wife. I cursed the blessed day when I met her. This was the end of the night. Oh, set me free. Take my body from me. Oh,
will a whiskey or bring me a glass for each gin. A trip to France and relations, fly over to this within. How can I leave the twilight and trust? May God bless your night and your days. Yeah, listen to my lamentation. Шотландский, который нам самим очень нравится, и мы бы только его бы играли весь вечер. Thank you.
Спасибо. Песня посвящение подростковой любви, которая для всех на самом деле самое главное. И от нее все остальное дальше происходит. Всем женщинам, присутствующим в этом зале. Сейчас. Инструмент, я специально говорю даже вот для того стола, для этих двух столов, который у Вадима в руках. У Вадима. Вадим. Бедов.
называется «Мандола». Мандола требует трепетного отношения, особенного, такой нежный очень инструмент. Thank you.
Группа Арт Керри сегодня для вас играла. Александр Шершеринзе, электрогитара. Роман Томилин, бас-гитара. Дмитрий Фролов, барабан. Вадим Беда! Больше значит одноклассники. И Михаил Смирнов! О, спасибо! Ну, в заключение мы сыграем пьесу, которая посвящена... ну, почти одноклассникам, свежим ракам. Которая еще не устала, которая еще вот только выловлена еще в сети. В смысле, сети, что я говорю, в какой сети?
Спасибо, дамы и господа, спасибо, что сегодня пришли. Сегодня день рождения у Клайва Стейплза-Льюиса, который написал «Хроники Нарнии». «Хроники Нарнии» — Нарнии такая книжка, которая повлияла даже на Шолохова, наверное. С чем мы вас и поздравляем. А вас мы ждем, конечно, на наших рождественских концертах. И особенно хочу отметить, что мы играем специальную праздничную валентинную программу 16 февраля в Гластонбери пабе под другим названием. Там мы играем песни, ну, которые всем известны и любимые. То есть всякие ирландские, шотландские, настоящие, прям корневые. Поэтому 16 февраля ждем обязательно, а со всем остальным общаемся в сети, как эти самые раки. Ну и с праздником. Спасибо, что пришли. Спасибо клубу Козлова последний раз. Но тем не менее мы надеемся, что новое помещение будет найдено в ближайшее время. Мы там увидимся. Bye-bye now, bye-bye!